Ну вот, а сегодня у нас обзор необычного, моднейшего пива. Вот, и вот, казалось бы, вчера курил какашки и жрал Жигулевское, а сегодня испытывает моднейшее пиво под названием «Паук Дракула», например. Мы его еще сами не пробовали. Можно открывать и пить, как бы. Вот. Пробуем. Да, я вот просто только что сожрал шаверму. И, в принципе, вот первый глоток прям идеально лег. Вот я могу сказать, идеально. Да, вот холодненькое. Холодненькое, да. После шавермы, да, 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 давай еще. Я только могу сказать единственное, что чем в данном случае крафт отличается от некрафта? Отвечает Александр Друзь. Вот так. Ну, на самом деле, по сути дела, этикеткой. А сорт пива здесь указан как нефильтрованное. Честно сказать, оно едва-едва нефильтрованное. И, ну, по вкусу это как бы лагерь. Чисто лагерь с небольшими вот именно пшеничными нотами. Ну, если нефильтрованное, скорее всего, пшено. Знаешь, в Жигулевское кинули какую-то шишку, по-моему. Но если бы кинули шишку в Жигулевское, то это была бы Жигулевская ИПА. Ну вот, это пиво на данный момент мало кто пробовал, оно даже на тапке не указано, но скоро должно появиться на всех концертных площадках и даже за рубежом, например. Охуенно моднейшее. Ну, надо же с чего-то начинать, как бы. Группа «Коррозия металла» только сейчас начинает свой творческий путь, как бы вместе с Моргенштерном они хотят захватить дико планету. Ну, пожелаем парням удачи, да, давай. За парней, ха-ха. Давай. Heavy metal. За Моргенштерна пить не хочу, сразу скажу. Нет, это... Да, это так. Мало еще. Вот такой вот. Это личинка мясной мухи. А, кстати, почему пробочка-то не такая? Не скручивается? Ну да. Вот это... У крафтового пива редко, когда пробочка скручивается, зато вот легко снимаются этикеточки. Вот. Вот, это, если что, можно сюда в коллекцию. И, кстати, каждая этикетка может являться флаером на концерт «Коррозия металла». Ну, это все-таки стоит с ними обсудить, а то ты сейчас так наговорил. Они-то вот, кстати, вот мне интересно, вот этот вот персонаж, он в курсе, что тут он на пиве? Вот, ну, вот в курсе, этот. Конечно, продвигается все это дело, и на всех концертных площадках должно оно такое быть, потому что, правильно, оно легкое, должно понравиться всем, под шаурму, под котлеты, под эти, под макароны, под гречку, под картоху, там. Нравится, блядь, ну, охуенно, блядь, ну. Да, нормально. Да? Вам нравится? Сейчас вторая, вот сейчас. Сейчас, вот это вот выпью и тогда скажу, хорошо? Я чуть-чуть надо мне. Да, вот. А теперь надо запить. Хорошо пошла. Хорошо как? Пошла. А если я вот сейчас, например, на тебя дуну, ну, в смысле, по-обычному, как бы, то ты превратишься в настоящего ценителя крафтового пива, и посмотрим, что бы ты сказал на этот счет тогда. Так, это какой-то такой, по цвету, какой-то такой рубиновый лагерь. Так, интересно, кстати. Между прочим, кстати, интересный вкус. Букет, не побоюсь этого слова. Не-не-не, интересно. Я думал, что ты мне сказал, что это как бы, ну, типа лагерь вот какой-то, а что-то он прям как бы не совсем лагерь. А сколько, кстати, да, я угадаю. 4,5. Ну, классика 4,5, я считаю. Где, кто считает, что классика 4,0, бросьте в меня, не надо. Оно такое немножко водянистое, что ли. То есть не хватает немножко водянистое, не хватает вкуса. Вот эта водянистость, это как раз сезонные вот эти, как сессионные, правильно, как сезонные.
the term session. Yeah. And where it comes from, what it means, and how to achieve a session beer. Не знаю, что за сезон, еще произношение вот это непонятное, так сказать. Поработайте. Session. Нет, нет. Поработайте над произношением. Для меня такой, это такой, ну, новый какой-то такой вкус. Зиговать не потянуло? Хай Гитлер, раз, два, три, хай Гитлер, раз, два, три, хай Гитлер, раз, два, три, хай Гитлер. От чего меня должно было потянуть зиговать? От интересного рубинового, например, дико пиво паук Дракула. Дико. Тащим-то, да? Тащим-то. Он настолько шоумен, что вот даже вот пиво в честь него, ну, что так на здоровье и там чуть ли не политикой, да, у нас там. Ну, нас еще ждут веселые времена. Ждут, ждут. Паук станет очередным... Не дай гост. Сегодня мы будем сдавать документы, например, и так начинается предвыборная кампания, например, в общем-то, вот, это подготовили ряд различных бумажек. Приходите на выборы, не манкируйте, значит, и выбирайте сердцем, чувством и сердцем. Господи, ты чего? Чё, на выборы вставай быстрее, чё? А то поздно будет. А чё там, вот что там орут, короче, и нам мешают снимать наш... Негры, да, вокруг. Вокруг негра? Ну, да, наступают. Наступают. Наступают трудные времена. Идите на выборы, там будут. Негры? У меня хорошая новость. Сегодня я официально выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по 199-му Люблинскому избирательному округу. И последний глоток. Не мерзкий. Водянистая. И это как бы и не такой большой минус, потому что если бы оно было насыщенное, то, может быть, оно, ну, скучноватое немножко. Но оно ароматное, и это не лагерь нифига. Что там написано? Можно посмотреть? О, уже я бутылку отжал, все. Светлое, не пастеризованное, все, светлое. Вода, солод, хмель, дрожжи. Состав замечательный. Что за хмель, они не стали, значит, указывать. Остается секретом. Мы можем только... Слушай, ну, остается только что сделать. Я сейчас как бы тебя дуну, и ты превратишься обратно. В жабу? Или в тыкву? Или в негра? Или в паука? Только не в паука. Не хочу быть. А я как-то шел по лесу. Ну, шел по лесу я. Просто. Ну, шел. Ногами. Шел, да, хуяк что-то, блин. Что там такое, блин, не пойму. И вытащил паука. Браво! То есть твое отношение как бы к всяким насекомым, оно такое неоднозначное. Тараканов люблю. Фу, тараканов. Ну, особенно которые с капсулами, самки, знаешь. Фу, я думал группу вот эту самую ужасную. Ну что ты? Это сейчас, возможно, наступает эра, когда каждая какая-нибудь там типа команда, там, может там даже какой-нибудь там Моргенштерн в том числе, может как бы найти в себе силы и выпустить, ну, именное пиво. Как, например, уже мной попробовано пиво от группы КВТ. В магазине я видел дистемпер. Правда, не покупал, потому что она, во-первых, дорого, во-вторых, ну, о чем мне дистемпер пить, как бы, о чем? Ни о чем. И вот еще яйца Фаберже. Вот яйца Фаберже делали свое пиво, например. А яйца Путина делали свое пиво? Путинка, водка, Путинка есть, как бы. Да, был такой. Пиво Жириновский, пожалуйста, тоже. То есть, как бы, каждый уважающий, моднейший чувак, который как бы продвигает свою тему, он обязательно возьмет, да и нет-нет, и сделает как бы свое пиво. Опять же, с чего Тиньков начинал, да, вспомнить? Ну да. Вот, это хороший ход, когда надо, чтобы пиво соответствовало, чтобы оно было, ну, реально как-то, может быть, ассоциативный ряд какой-то, чтобы был. Вот, допустим, пиво Дракула, да, тут даже написано «Test the blood», ну, то есть кровь. О, господи! Сейчас крафтяха. Это там можно сделать как бы из смородины, там, типа из какой-нибудь, из малины, там, томатное газе сварить, как бы. Ну, причем тут кровь, собственно, и лагерь
с легким охмелением. Вот металлический привкус чувствуешь? Попробуй сейчас. Такой металлический чисто привкус. Нет, я не... Металлический привкус. А это что это ты такое изобразил? Это ты изобразил это какой-нибудь там new metal, там, например. Там. Глэм-рок. Паук глэмятина не замечен, там, типа, например, дичайшие скинхеды любят, которые порутся. Сиськи! Сиськи! И вот такое пиво им зайдет на ура. По сути, на концерте можно вот таких вот ухуярить, бутылочек там, не знаю, ну, вот на сколько ты, находясь на концерте, будучи молодым, ну, подчеркиваю. В принципе, я и сейчас как бы литра 4 на концерте выпиваю. То есть это, наверное, почти ящик этого получается, или сколько? Ну, объем-то небольшой, все-таки такой. Да, объем 0,33. Детский объем, детский. Я считаю, это, что... Это надо... не детский, это если вот в рамках понимания, что концерт, как бы, ну, что детский концерт, ну, ты там, что ты будешь с этим со жбаном ходить такой, типа, Буду и хожу. Ну, не все же, как бы, такие, как бы, уникальные, как бы, как ты. Как бы, ну, ты ходят так с бутылочкой, там, может быть, какая-нибудь герла, например, а ей не надо вот эту сиську большую держать, она еще, как сиська кончается, знаешь, она, как, пытаешься пить, она... Не, ну, я не говорю про сиськи сейчас, в данный момент, потому что, ну, все-таки бутылка, ну, можно, кстати, если тебя ебнуть по голове, можно попробовать? Ну, можно, но для этого не обязательно 0,5 или 0,33. 0,5 больше, а лучше 0,75, так, знаешь, как... Шампанское. Шампанское. Заводи-ба! Оценку, да, оценку ты хочешь. Оценку, да, как тебе, что там, вкус, не вкус. Я вообще хотел бы выразить благодарность этим ребятам, которые вот пивоварни, это что они сюда не положили ни персик, ни банан, ни грушу, ни сливу, ни арбуз, ни всякую хуйню там еще прочую. Просто сделали пиво и все. Я ставлю этому пиво 3 с четвертью. Почему? Ну, потому что лагерь, который можно взять в любом магазине, как бы, я его и так в магазине в любом возьму, но с пониманием, что это хорошо сваренный лагерь, как бы, 3 с четвертью. Малый объем, не попадение в стиль, как бы, вот одну за одной в течение 3 часов можно усосать таких вот бутылок, ну сколько, 4 там, да? Ну так, ну не за вечер, а вот просто ты сидишь, вот ты уже сейчас 3 выставишь. Да я сейчас выпью все просто, что тут есть, и еще пойду за Жигулевским, например, вот. То есть оно легкое, низкоградусное. Надо понимать, за сколько оно будет реализовываться. Если за сатыгу, то есть сатыга 0,33. Да в клубе еще. В клубе. Да. Не, ну в клубе 150. Ну да, да, окей, согласен, да, да. Вот это пивцо, оно простое. Оно простое. Ассоциация вот с этим пивом. Это простой такой. Может, этот вот, как бы, этот монах Феофан там поет про то, что он там, там поле ему прикопать, там притоптать, там, Паша Техник, привет, там, типа, что-то у него такое. Вот, пожалуйста. Вот вообще, смотрю на этикетку, я сейчас пока просто про этикетку. Пиво, ну, пиво, ну, мы уже решили, что пиво и пиво. А насчет этикетки, я вот такой вспоминаю, у меня все крутится там... И вот закончились все разговоры, и снова тянется к стакану рука, и что-то там такое надо выпить, выпьем же за паука, за паука! За паука! Вообще, на самом деле, как я оцениваю? Вот мне сейчас сложно сказать, потому что я оцениваю пиво вот по качеству, если оно теплое, допустим, если его теплое можно так жрануть, не сморщившись, хорошее пиво, значит, вообще там пятачок будет. По вашей этой оценке. А, ну ничего, нормально. Да пусть 4 будет. Так вот. Лагерь на 4. Да, да, да.